московском парке «Сокольники» открылась выставка научных и промышленных приборов Великобритании. Новый электронный микроскоп. Он позволяет наблюдать объекты величиной в миллионные доли миллиметра. Прибор для определения жирности молока. Результат анализа выдается мгновенно с точностью до десятых долей процента. В разделе медицинского оборудования демонстрируются различные камеры для лечения больных. А вот этот букет световых лучей наука также подарила медицине. Светоподводящий кабель из оптических волокон намного облегчает работу хирурга-стоматолога. В выставке приняло участие более 80 английских промышленных фирм.